Луковица фрезии гибридной махровой Blue рекомендуется иметь в каждом саду. Крупные цветки, состоящие из атласных лепестков небесно-голубого цвета, удивительно красивые и наполняют цветник нежностью. Каждый кустик цветущей фрезии Blue напоминает букет из миниатюрных цветков лотоса, привлекая внимание точеными формами махрового бутона. Высота растения всего 40 см. Цветки диаметром до 7 см, на таком компактном кустике выглядят огромными. Фрезию высаживают группами на солнечных участках, дополняя многолетник низкорослыми лилейниками и гладиолусами, нежными маками и тигридией. Фрезия гибридная махровая Blue – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок, миксбордеров, газонов. Фрезия прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола фрезия гибридная махровая Blue можно отнести к группе обыкновенные. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания фрезии прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает фрезия гибридная махровая Blue в месяц июль, август, сентябрь. Цветы имеют сильный аромат. Интересные цветы фрезии могут быть до 5 см. Как правило, на одном цветоносе размещается 5-7 цветков. Лист этого прекрасного растения по форме мечевидный. Обратите внимание, что фрезия гибридная махровая Blue – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.